Декабрь — время волшебства, время чудес, исполнения мечты, время волшебных историй. Я приглашаю вас тоже побыть немножко волшебниками в нашей творческой лаборатории, которую мы продолжим в формате читательско-писательского клуба «Читаем и пишем». На первом занятии мы с вами попробуем заглянуть за кулисы творческого процесса, познакомимся с одной из самых известных и интересных зимних историй, попробуем понять, как же она приготовлена, какие ингредиенты нужно добавить в текст, чтобы он стал зимним, волшебным, рождественским, новогодним. А на втором занятии все вместе сами попробуем сочинить такую историю, которая останется на память в виде книги, празднично оформленной и с указанием вашего соавторства. Приходите, будем творить волшебство вместе!